Проспект Владимира Маяковского, 15А. Панельный 16-этажный дом на два парадных, 1986 года постройки. Входы в подъезды в удовлетворительном состоянии, оборудованы пандусами и домофонами. Двор зеленый, тенистый. Асфальт во дворе нуждается в ремонте. Есть небольшая площадка для парковки. Детская площадка маленькая, но современная. Рядом с домом парикмахерская. Недалеко школа и детский сад. Продуктовый супермаркет. Рынок. Разнообразные магазины, в том числе и магазин бытовой техники. Ресторан. Состояние дома удовлетворительное.